Давайте немного вам расскажу про Rixa Seagate. Отель открыт был в 2016 году. Состоит из двух линий. Есть первая линия, вот, которая Rixa Seagate Premium, и вторая линия Rixa Aquapark. Можно пользоваться недалеко отсюда, через несколько отелей. Есть еще Rixa Charm. Если мы говорим о концепции, то это самая высокая категория отеля, это премиум. А соответственно, помимо ультра все включено, здесь включен алкоголь линейки премиум. Что есть на территории? На территории 9 а-ля-карт ресторанов. Можно пользоваться а-ля-карт ресторанами, которые на территории Rixa Charm. Это еще плюс 7. Зарезервировать можно по QR-коду. Абсолютно бесплатно. Баров тоже просто огромное количество везде по территории. Что где находится, немножко дальше покажу. Мы здесь находимся, если спуститься с ресепшена, такая мини-остановка шаттлбас, которая вас довезет по территории, собственно, в любую точку, куда вы собрались. Но идемте смотреть дальше. Есть на территории фитнес-центр, а также есть Antana Spa. Это спа, собственно, тоже линейки Rixa. Есть вот этот спа и есть еще отдельно спа только для женщин. Давайте посмотрим Junior Suite. Это максимальное размещение 2 плюс 2. Сразу хочу показать, что есть халаты, тапочки. Очень хорошее кондиционирование сразу чувствуется после входа с улицы. В принципе, достаточно просторный номер, спальня, как видим, двери нет, то есть дети спят, я так понимаю, на вот этом диване. Есть мини-зона для отдыха, в каждом номере есть кофеварка, сейчас мы проверим, что у нас есть в мини-баре. Так, чипсы нашла, маленькое вино нашла, мини-бар нашла. Так, мини-бар. Теперь смотрите, Snickers, Twix, есть белое вино, есть вода, собственно, фанта, соки, пиво, я так понимаю, пополняется это каждый день. То есть с мини-баром здесь все в порядке. Ну и давайте посмотрим, какой у нас вид. Это первый этаж, соответственно, здесь терраса. С выходом к бассейну. Санузел. Я напоминаю, что где бы вы ни отдыхали в Rixa, у вас везде будет косметика Шана. Все щетки, станки, расчески, все, что вам нужно для отдыха, есть. Ну и с другой стороны туалет и душ. Итак, Rixa Seagate, немножко общей территории, точнее общая информация, которая есть, это семейный отель. Только что мы смотрели категорию номеров, которые может размещаться 2 плюс 2. На территории есть еще номера Superior, это минимальная категория номера. Максимальное размещение 2 плюс 1, есть Family. Знаю, что Family тоже, если нам его сейчас покажут, я сниму, но Family это, как правило, два делюкса, коннект между собой. В одной комнате стоит French Bed и в другой идет Twin. Это если по размещению. Что есть еще на территории? На территории есть детский клуб. Принимают все по стандарту с 4 до 12. Если вы хотите отдать ребенка до 4 лет, будьте, пожалуйста, с ним на территории. По поводу бассейнов. Здесь, по-моему, 8 или 6 бассейнов. Два из них подогреваемые
в зимний период. Сейчас это тоже уже работает. По поводу развлекательной программы, что есть Сигейт, несмотря на то, что это семейный отель, здесь с вечеринками тоже все в порядке. Бывают днем пенные вечеринки с шарами, с надувными огромными фламинго. Это действительно ярко выглядит. Мы, к сожалению, на них в это время сегодня не попали. В отеле очень идет большой акцент на спортивные развлечения. Здесь есть и флай-йога, кстати, есть детокс-бар. То есть, если вы поддерживаете здоровый образ жизни, вы тоже здесь однозначно найдете, что покушать, выпить и чем заняться. Есть, конечно, фитнес-тренера, есть бесплатно, есть индивидуальные занятия. Пилатес, йога, все, что захотите, зумба в течение дня. Если вам это все интересно, есть расписание. Это все можно посмотреть. Мини-клуб. Рикси Клаб. Как и в любом Риксосе, есть детский клуб Рикси. Здесь тоже уже подготовка к Новому году полным ходом. Очень нравится мне то, что это под тентом. Соответственно, нам в жаркую погоду дети... не под солнцем. Ой, детская йога сейчас, так понимаю. Здесь тоже деток можно покормить на обед. Их кормят, не обязательно за ними приходить. Детский бар. Есть небольшой батут и бассейн. Театр. И даже один зритель. Гейм-рум. Есть бэби-рум. Это детки, которые до 4, которые играются с родителями. На территории мини-клуба очень много видеокамер. И на ресепшн, и везде, чтобы можно было контролировать детей. Так, еще важный момент. Все фэмили номера находятся в 10 и 12 корпусе. Почему именно здесь? Потому что Рикси Клаб рядышком и ресторан, чтобы было удобно добираться и не тяжело с маленькими детьми. И, в принципе, сразу за Рикси Клабом находится бассейн. Это основной ресторан Туркваз. Накрывается 3 раза в день на шведский стол. Водный волейбол. Это активный бассейн, потому что релакс-бассейн находится ближе к ресепшн, откуда мы начинали обзор. Здесь всегда играет музыка. Кстати, вечеринки проходят и там, и здесь. Именно этот бассейн подогреваемый, конечно. Второй подогреваемый бассейн с паром. Ребят, оба подогреваемые бассейны тоже на любителя. Один активный, один релакс. Так что не переживайте, что может подогреваться только один из них. Можно отдыхать в том формате, который вам нравится. Обязательно, если вы отдыхаете в Риксосе Гейт, очень рекомендую посетить ресторан People. Здесь безумно вкусно и красивая подача. А еще он рядышком у моря. Ну и пляж – это самое тоже актуальное, что, о чем всегда спрашивают. Почему? Потому что все знают, по крайней мере, если вы рассматриваете для своего отдыха Риксосе Гейт, что здесь длинный понтон. Понтон здесь 850 метров, сама протяженность пляжа 330. 850 метров уже, наконец-то, не проблема, потому что сделали возможность доезжать в гольф-карах, как вы видели в начале, до самого конца понтона. Еще в прошлом году это было до середины, сейчас-то сделали уже до конца, поэтому проблемы доехать и понырять, посмотреть кораллы нету. Прелесть этого пирса еще в том, что в конце
прямо у воды есть шезлонги, есть души, есть бар, есть хороший очень турецкий кофе. Соответственно, такая концепция не может не радовать. Мне кажется, ни в одном отеле Египта, Шарма так точно нету пирса с таким набором, поэтому правда здорово. Здесь очень классно играет музыка вечером на закате. Сразу расскажу, что находится на территории пляжа, только в другую сторону. Сейчас я пропущу машинку и давайте немножко перевернемся. Сзади находится волейбольная площадка, есть Гизлеме. Мне кажется, это тоже пока один отель в Египте, где есть вообще Гизлеме, и здесь действительно вкусно. Есть Айран, как обычно везде в турецких хороших отелях. Сзади мне справа находится площадка, где проходит зумба, флай-йога, пилатес, другие какие-то мероприятия, связанные с фитнес. И это все безумно красиво, потому что с видом на море, то есть чтобы было наслаждение и в кайф по максимуму. Сразу за этой локацией находится детокс-бар, о котором я говорила, где можно выпить овощные, фруктовые, в общем, любой набор, который вы любите после тренировки. Ну и, конечно, инсталокации, и уже, поскольку сейчас ветрено, стоит защита, можно увидеть на пляже, стоит защита для каждого блока шезлонгов, как правило, это по 3, по 4, поскольку отель семейный, соответственно, рассчитано на одну семью, есть защита от ветра, но здорово, гамаки, качели, фламинго, никто не отменял, мне кажется, это уже давно фишка любого из риксосов, поэтому красивые фотографии, а не только хорошие впечатления у вас однозначно будут. Гизлеме, о котором я вам говорила, его можно покушать здесь, ну или за столиками рядышком. Так, здесь работает тоже зона барбекю, где вы можете заказать себе как фрукты, ой, как овощи на гриле, так и любой вид мяса. Есть отдельная тоже остановка, откуда отправляется шаттл-бас в аквапарк. В аквапарк мы едем по туннелю, чтобы не идти через дорогу. Так, несмотря на то, что это аквапарк, здесь есть точно так же картинг. Вот, кстати, картинг, колесо обозрения, аквапарк идут на одной территории, но картинг надо знать, что это за дополнительную плату. Есть снэк, где вы можете перекусить в течение дня. Итак, аквапарк. Я напомню, где бы вы ни жили, в Сигите, в Риксосе, в Риксос-Шарме, в Риксос-Аквапарке. Аквапарк был для вас бесплатным. Есть только три вещи, которые платны на этой территории. Это картинг, это карусель и это колесо. Все остальное вы можете пользоваться бесплатно. Повторюсь, здесь есть фуд-корт, где вы можете пообедать. Вам не обязательно возвращаться в свои отели. Здесь есть ленивая речка, шезлонги, бар. То есть абсолютно все, что нужно для такого формата отдыха. Если вы любите отели с аквапарками, а поскольку Риксос Сигейт и Риксос Аквапарк – это семейные отели, однозначно стоит выбирать тогда этот отель, потому что здесь есть рай для ваших детей как минимум, ну и для вас, если вы все еще в душе ребенок. И
Итак, Rixos Premium Seagate, рекомендую ли я данный отель? Мне кажется, очень странный вопрос, потому что это один из лучших отелей в Шарм-эль-Шейхе. И, конечно же, да. Для кого? Для семей. Как мы уже посмотрели, есть Rixie Club, есть и релакс-зона, есть и активити, бассейны, есть аквапарк, пожалуйста, есть картинг. То есть абсолютно все, что нужно для отдыха детям. Вот, кстати, детям хотела сказать, что Rixie Club работает, да, до 12 лет, а вот клуб для тинейджеров в связи с пандемией пока закрыт, но в хорошие времена он здесь тоже есть. Здесь достаточно интересная для тинейджеров программа. Как вы видите, антураж вокруг уже новогодний. Очень хочу сказать, что на Новый год, если вы выбираете этот отель для празднования года, то здесь будет выступать Таркан, если вы любители такой музыки, но даже не если любители, это действительно будет интересное и красивое шоу, потому что он действительно славится яркими хорошими шоу. Ну и что хочу еще сказать по поводу пляжа, это, конечно, важный вопрос, это длинный понтон, вы уже видели, но есть лагуна, в которой можно покупаться. И да, самый важный всегда, самый частый вопрос, холодно, не холодно, часто ли красный флаг, стоит ехать сюда или не стоит. Летом, мне кажется, ветер, который есть в этой бухте, это просто спасение, потому что даже если теплый воздух двигается взад-вперед, это уже хорошо, чем просто стоячая жара. Если мы говорим про осенне-зимний период, да, здесь бывает прохладно, но, тем не менее, лучшего сервиса вы не дойдете. А мне кажется, хорошая альтернатива — подогреваемый аквапарк, провести время, потому что там точно не так дует, как у моря, либо подогреваемые бассейны, хотя, конечно, вы сейчас со мной поспорите и скажете, но мы же едем на море. Ну, тогда есть два варианта. Понимаем, что это погода. Зимой, кстати, тоже бывают очень спокойные дни. Вы можете покупаться. Вода в море не спускается ниже 20 градусов, иначе кораллы бы погибли. Поэтому это правда доказано уже и точно не мной. Вот, поэтому, если вам хочется Новый год куда-то теплее, это точно не Шарм-эль-Шейх. Ну, а если вы все-таки хотите приехать в Египет и отдохнуть на высшем уровне, со вкусом, чтобы было чем заняться детям, было весело, комфортно и душевно, тогда вам сюда. Подытожу, два бассейна подогреваемых, есть релакс, есть активити. В другое время есть бассейны, которые не подогреваются, но поскольку ролик выходит сейчас зимой, то это очень важно. Хочется сделать акцент на питании. Здесь действительно не просто наличие еды, а здесь действительно вкусно. По поводу сервиса, понятно, что мы в Египте, но по максимуму к сервису Rixos'а здесь действительно персонал приближен, поэтому если вы отдыхали в Турции, например, то, мне кажется, стоит выбирать именно этот отель. Если я еще что-то не сказала, пожалуйста, пишите, звоните, с удовольствием подберем вам тур сюда на ваши даты, на ваш состав, посмотрим стоимость. Ну и до следующих эфиров. Не забывайте подписываться на мой канал для того, чтобы быть в курсе всех новинок. Нажимайте на колокольчик для того, чтобы у вас были напоминания об этом. Ну и до следующих эфиров.